Итак, громко финишную черту пересекает победитель гонки с общего старта среди юниоров. Для Ильи Безгина это первая победа на чемпионате России. Трасса в 30 километров далась нелегко. 30-градусная жара и встречный ветер внесли свои коррективы. Очень жарко, душно. Довольно-таки много было встречного ветра. Тормозил сильно ход движения. Приходилось вести тактическую борьбу, чтобы особо не лидировать. Вообще погода помешала многим спортсменам показать свои самые высокие результаты. Как рассказывают в тренерском штабе, некоторые гонщики из-за сильной жары даже сходили с дистанции. В целом же условия для проведения чемпионата России идеальные. Еще бы, трассу проложили через Олимпийский парк. А раньше лыжники соревновались на горе Ахун и в центре города. Все это рядом с олимпийскими объектами Сочи. И спортсменам это очень интересно. Кто не попал зимой бежать, всем нравится теперь бежать летом. Здесь у нас спринт будет в воскресенье, такой же короткий спринт рядом с трибунами Формулы-1. Так что там очень хороший асфальт, пальмы вокруг, так что спортсменам тоже будет очень хорошо. Спринт станет заключительным видом программы чемпионата. Гонщики побегут 200 метров. Это будет 17 августа. А завтра эстафеты 3 по 6 километров. И как обещают организаторы, борьба будет жаркая, ведь на состязания в Сочи прибыли лучшие лыжероллеры страны. Всего же за медали чемпионата и первенства спорят около 150 спортсменов из 20 регионов России.